Спасибо, Катя. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Итак, спутала ли вчерашнее задание карты объявленным лидером? Об этом мы расскажем прямо сейчас. Итак, по фрагменту фотографии, которую мы показали накануне, с легкостью вы угадали памятник Ленину. Но вот только вот в городе их 4. Правильный же ответ – это памятник вождю, установленный у старейшей в городе первой школы. Всего нам прислали 16 вариантов ответов, и лишь 5 оказались правильными. Памятник Владимиру Ильичу Ленину у здания первой школы появился после войны. Им был заменен бюст Ленина, установленный еще в 1937 году. Монумент изготовлен Свердловским художественным фондом. В то время памятники вождю мирового пролетариата выпускались серийно. Сегодня в России насчитывается порядка 6000 статуй. Тем временем турнирная таблица не изменилась. По-прежнему лидируют 2 абонента, которые заканчиваются цифрами 17.07 и 31.40. Но и другие участники акции по-прежнему сохраняют свои шансы побороться за главный приз. А теперь новое задание, что изображено на фото, фрагмент которого вы видите у себя на экране. Свои варианты присылайте на короткий номер 4647, не забудьте в сообщении поставить цифру 59. Я напоминаю, что главный приз акции – это горный велосипед от сети магазинов «Форвард». Также другие участники акции могут получить поощрительные подарки, главное – проявить активность. Болеют за лидеров и поддерживают отстающих. Елена Суханова и Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ.